там. Ну, не все на них, но далеко не отходит. Марсель полностью. Мы пока отбиваемся. Был попытка атаки, но пока что ничего не получилось. Прошло, не знаю, но это по такой же практический результат. Но сейчас наверняка будет такой скет, как груз пунктер. Да, вот так вот, вот так вот.
Я накричался. Сегодня максимум, что мы могли, мы будем добились 1-1. Конечно, Локомотив отбивался всю игру. И, конечно, Марсель, наверное, заслужил крупную победу. Но счастье было на нашей стороне. Дина Анжели уложил красивейший гол. Наверное, Локомотив проиграл первый тайм. И Никич проиграл первый тайм. Тактика была неправильная. Мы постоянно отбивались. И был план Б. План Б — это Керк Лисакович. Керк очень быстро по флагам открывал оборону марсельцев. Но этот план Б не предусмотрел то, что у нас будет удаление, что будет играть в меньшинстве. На этой Кисян получил второй желтый, удалился. И тем самым заработал пенальти и привез на это пенальти. И мы проигрывать стали. Но мы сравняли. Это сумасшедшие эмоции. Вы видели, что творится на южной трибуне. Это московский Локомотив. Сердце навсегда. Локомотив Москва.